У меня почти готово. Вот она моя новенькая планшайба, двусторонняя, под 160 и под 130 патрон. Всем привет, мужики. А я все изобретаю. Дурная голова рукам покоя не дает. Остается сейчас вал выточить и все, в принципе. Ну как, в принципе. Заказал еще фрезу 5 мм и мечик левый трапециевидный 12 шаг 2, чтобы гайку сделать. В принципе, патрон в заднюю бабку будет готов. Это на 160. Планшайба, ну, не знаю даже толщину. Был блинчик вот такой, наверное, сантиметра 3, да? Ну, около того. Ну, 30 миллиметров, мы же так карим. И вот из него как раз он по размеру. С одной стороны посадочное крепление под 160. Это все откручивается, ступица ставится с той стороны. И на эту сторону есть вот посадочное. Начинает сливать стружку, но появляется зеркало. То, что нужно, так и буду продолжать. И крепление под 130 патрон. Вот, но он только вот с одними кулачками, обратных нету. И он, понятное дело, поменьше. Последний проход ровно на 35 диаметр, такой же, как и пинной. Зеркало. Вот что мне нравится, настроился на зеркало. Ну вот так, на всякий случай сделал и под этот, и под этот. Просто развернул, прикрутил, ставишь этот, либо этот. Все, готово. Кажется, что вроде грязненько, да? Но на самом деле, друзья, это зеркало. Горячее, правда. Все, сейчас ставлю люнет, пока заготовка стоит так, как нужно. Откатываю вот так вот все это дело. Вот здесь ставлю люнет на край и просверливаю. Все, люнет установлен, зафиксирован. Вот, маслом смазан. И теперь можно убрать заднюю бабку. Сейчас достану пиноль, замерю диаметр и просверлю на 150 миллиметров. В общем, 20-ка посадка гайки. Значит, сейчас беру 18-е сверло, 18-м бабахну, а под 20-ку проточу. Так, друзья, все, люнет убрал. Вот видите, как с ним очень удобненько. Не стал я протачивать. Это надо было убрать люнет, передвинуть суппорт, поставить заново люнет, отцентровать. В общем, 20-м сверлом прошелся, наверное, миллиметров 50. Так, чтобы наверняка этого достаточно. Все, сейчас вот так вот снимаю эту пиноль и проверяю. Вот прям задней бабкой она, зеркало. Вот так вот заезжаю и проверяю. До шпонки дошло.
Вот здесь где-то шпонка стоит. Шпон-паза еще нет. Отлично. Прям вот чувствуется. А ну сейчас достанем. Ух ты, такой, слышали, такой чпок. Значит, все очень плотненько. Замечательно. Еще раз. Слушайте. Чпок. Как будто бутылку кто-то открыл. Значит, размер тот, что нужно, друзья. Здесь стоит вот шпонка, пальцем ее даже нащупываю. Будет шпон-паз, будет заходить полностью. Пока шпон-паза нет, соответственно, и полностью не заходит. Так, все, теперь можно ее развернуть. Она залезет, там 38, здесь 35. Она залезет в проходное спокойно. И точу ответную часть для ступицы. Главное, вот с первого раза получилось то, что я хотел. Вообще чёт. Все, готово. Ступицу прикрутил при помощи пневма. Через резинку зажал. Ну, от велосипедной камеры. От покрышки, точнее. Вот. И теперь можно ее будет прикручивать. Вот как-то так. Здесь 8 болтов держат ступицу на этой шайбе, к этой шайбе. Ну, а патроны по 3 болта на стандартные крепления. Это 160-й. Вот. А теперь вот эту шайбу беру, вот так вот переворачиваю, и становится на 130-й. Также при помощи либо пневма, либо аккумуляторных гайковертов просто вкидываю в винты, дринг, и все на месте. И можно ставить. В общем, друзья, на этом видео можно закончить. Вот оно все как бы готово, да, стоит тупо на суппорте, да, вот все сбалансировано до того, что просто капец как сбалансировано. Даже вот, вот так вот. Давайте так. 100 комментариев, друзья, с вас. Я снимаю продолжение этого проекта. Про нарезание шпон-паза, изготовление гайки под, ну, под винт задней бабки. И т.д. и т.п. Да, установку. Потому что, ну, видео и так получилось длинноватым. Кому-то это не нравится. А соточку из 1000 комментов, я думаю, вы легко можете сделать, написать любых, абсолютно любых. Что вы думаете по этому поводу? Стоило ли мне заморачиваться с данным, как говорится, девайсом и так далее и тому подобное? Все на ваше усмотрение. В общем, пишите. Все читаю. Люди читают. Ваше мнение. Что к чему и почему. А я жду фрезу. Жду мечик. Вот, и буду изготавливать все это дело. Так, чтобы это работало. Всем пока.